Всех приветствую, друзья. Реально ли купить жирный аккаунт за 16 рублей? Сейчас это и проверим. И перед началом ролика не советую покупать аккаунты, так как на этом, да и на многих проектах это запрещено. Но это не точно. Купим мы аккаунты на всеми известном сайте. И первое, что нам попадается, это скидка 50%, Advanced RP Blue, максимально жирный рандом, до 50 уровня, до 30 лямов, могут быть дома, машины и бизнесы. Ой-ой-ой-ой-ой, надо брать. И покупаем мы сразу с вами 10 аккаунтов, получается у нас 165 рублей, нажимаем купить сейчас. Так, у нас неверная сумма заказа, пересчитать, выбавляем нолик, все верно. Оплачиваем и переходим в 181 рубль, 190 даже, о. Приобрели аккаунты и начинаем с первого аккаунта, это у нас Александр Мартини. Ну что ж, погнали. И заходим на первый аккаунт, вводим пароль. Сашка, Санечек, Сашка, войти. Так, и что мы имеем? Что мы имеем? Статистика. Второй левел, очки опыта 7 из 12, номер телефона рандомный какой-то. В общем, все по нулям, водитель автобуса, я так понимаю, пустышка. Переходим к следующему аккаунту. Переходим ко второму аккаунту. Вводим пароль. Пароль у нас Миша 1379, жмем войти. Ох, 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 и что мы имеем? Мы имеем 6 звезд. Переходим к статистике. Статистика у нас, кстати, 4 уровень, очки опыта 8 из 20, рандомный номер. В общем, опять же, снова пустышка. Ну, кстати, мы имеем 6К на руках. Переходим к третьему аккаунту. Вводим пароль. Так, состоит он уже в армейке, как мы видим. Статистика 4 уровень, очки опыта 12 из 20, номер телефона 17-27-17. Ну, такое себе. Состоит в ВВС, первый ранг. Ну, в общем, можно сказать, тоже пустышка. Переходим к четвертому аккаунту. Виталий, Виталий. Вводим пароль. Так, что у нас по статистике тут? Первый уровень, вообще пустышка, вообще пустышка. Ну, с другой стороны, тоже радует то, что на все аккаунты практически заходит. Не было еще такого, то, что неправильно введен пароль. Переходим к пятому аккаунту. Сергей, Сережа, Сереженька. Вводим пароль. Так, а вот это уже хорошо, хорошо прям. 85 тысяч мы имеем на руках. 85 тысяч. По статистике у нас первый левел. В принципе, пустышка, только на руках 85К. Переходим к следующему аккаунту. Так, шестой аккаунт у нас Филимон Хэтсби. Вводим пароль, нажимаем войти. Так, информация о последних наказаниях, выданных Опа-на. Так, статистика у нас. Второй левел, водитель автобуса. В общем, тоже пустышка. Переходим к седьмому аккаунту. Эдди Вильямс, вводим пароль. Так. Вроде опять очередная пустышка. Статистика, ну да, уровень первый. Вообще, то есть. Переходим к восьмому аккаунту. Вводим пароль. Мамаха 25. Так, 125 долларов на руках. По статистике также первый левел. Пустышка. Переходим к девятому аккаунту. Пароль. Ярик. Ярик. Ярик, блядь. Ярик, блядь. Ярик. Так, все по нулям у нас. По статистике второй уровень, очки опыта 2 из 12, водитель автобуса, ну, такое себе. Переходим к последнему аккаунту. Последний аккаунт у нас Адриана, вводим пароль. Пароль, кстати, 123456, самый оригинальный. Нажмем войти, и он неверный. Подведем итоги аккаунтов. И самым жирным из жирных аккаунтов оказался пятый аккаунт, но остальные все, в принципе, пустышки. В общем, друзья, наберем 100 лайков и куплю 100 аккаунтов. Всех обнял, всех прижал. До новых встреч.